Завершился третий этап всероссийских командно-штабных учений МЧС. В ходе мероприятия были отработаны вопросы взаимодействия с оперативными ведомствами и координации сил и средств по организации тушения возникших условных пожаров. В рамках третьего этапа командно-штабной тренировки сегодня проведены учения по тактическому замыслу перехода неконтролируемого пала по площади 1500 гектар на населенный пункт. В результате неконтролируемого пала по площади 1500 гектар произошло возгорание населенного пункта 4 жилых домов. Силы и средства направлены на ликвидацию тушения пожара, ландшафтного пожара. Распространение пожара на жилые дома соседние не допущено. Также в рамках трехдневных всероссийских командно-штабных учений в поселке Поспелово на острове Русский спасатели провели тренировку на воде. Были отработаны вопросы взаимодействия с оперативными ведомствами по эвакуации населения, спасения на воде, а также проведение проверки подвижного пункта управления и полевого лагеря спасателей. Олег Завьялов, новости на Восьмом.